В Вологде состоялось первое фотособытие года под названием «Фотоменю пряники». Фотографы со стажем объединились и провели для всех желающих лекции, мастер-классы и многое другое. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. Около 9 часов длилось фотомероприятие, но почти никто не покинул зал. Всем хотелось как можно больше узнать о фотографии, как профессии и хобби, от настоящих профессионалов. Тех, кто искусству фотографии посвятил не один год. Сюжеты для документальных фильмов, детская съемка, макросъемка, постановочный репортаж, мобилография. И это только часть мастер-классов, которые смогли посетить начинающие фотографы. Я как бы начинающий фотограф, узнал об этом ВКонтакте, вот. Сам из города Сокола. Сама программа. Очень много интересного хочу услышать от фотографов, которые уже чего-то добились. Какую аппаратуру для съемки выбрать, как настроить свет, как определиться с темой для съемки? На эти и другие вопросы помогли ответить участникам мероприятия фотографы со стажем. Именно опытные фотохудожники и выступили инициаторами этой встречи. Давно уже витала такая идея, потому что фотографов много в Вологде, что говорить. Потому что в сравнении с Череповцом и с Ярославлем, да, мы в этом смысле продвинутые. Давно уже не собирались, ни под каким поводом. И возникла такая идея, может быть, сделать даже регулярно такие встречи. Такое бесплатное мероприятие для всех желающих. И желающие фотографы могут выступить со своими какими-то темами. Фотоменю «Пряники» – так называлось мероприятие, которое прошло под девизом «Пряники и молоко раздаем бесплатно». Каждый желающий мог на встрече и пряник с молоком съесть и получить новые знания и навыки для творчества. Идею провести такое фотособытие поддержали в администрации города и помогли с организацией мероприятия. Осенью к нам пришли профессиональные и молодые фотографы нашего города, пришли с идеей провести вот такой вот первый фотофорум в нашем городе. Форум, мероприятие, где бы профессиональные фотографы могли поделиться своим опытом, провести мастер-классы для любителей. А любители, те, кто увлечен фотографией, могли бы задать интересующие вопросы и на практике попробовать себя в фотоделе. Если у вас есть какие-то идеи проведения мероприятий вот таких вот нестандартных, новых для нашего города, мы с удовольствием их поддержим и вместе с вами реализуем эти проекты для Вологды. Более 150 человек пришли на встречу, чтобы получить опыт, напитаться эмоциями и идеями. Почему вы хотите фотографировать? На этот вопрос молодые начинающие фотографы отвечали, не задумываясь. Возможность выразить, например, в снимках свое состояние, например, состояние окружающей среды, передать это зрителю. Это очень интересно. Теперь в планах у организаторов сделать фотопряники традиционными, чтобы в Вологде появилась еще одна площадка, где молодые и начинающие фотографы смогли раскрыться и реализовать свои идеи. Полина Салта, Михаил Прищев, Вологда Портал.